И как сообщают синоптики, казахстанцев ждут холодные выходные. В северных регионах страны температура воздуха понизится до минус 30-35. Резкое похолодание вызвано антициклоном. Он идет в Казахстан из Западной Сибири. В других регионах республики местами ожидаются обильные осадки и усиление ветра. В воскресенье и в понедельник вслед этому циклону ожидается холодное вторжение. На западе и юге республики до 20-25, местами 30 градусов мороза. Также на востоке до 23-28, местами 31 градуса мороза.